Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі. Програма «Це вас хвилює» і її ведуча Галина Щерба. 6 березня відзначається Всесвітній день боротьби з глаукомою. І саме з цієї нагоди до нашої студії ми запросили гостю. До нас завітала Галина Діденко, завідуюча другим мікрохірургічним відділенням обласної офтальмологічної лікарні, лікар вищої категорії. Добрий день. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Галина. Дуже раді бачити вас у нашій студії з такою дуже гарячою, болючою, актуальною темою. І наших глядачів ми запрошуємо до спілкування за номером 476337. Ви можете поставити нашій гості свої запитання. Отже, чекаємо ваших дзвіночків за номером 476337. І починаємо нашу бесіду. Скажіть, будь ласка, Галина Михайлівна, 6 березня в календарі виділений окремий день, присвячений боротьбі із таким захворюванням, як глаукома. Чому постала необхідність виділяти окремий день міжнародного значення? Ну, дійсно, необхідний окремий день в календарі, день боротьби з глаукомою, тому що глаукома – це опасне захворювання, ведуче до сліпоти. В настоящее время распространенность глаукомы в мире – это 3% всего населения. Это тоже велика цифра. Да, это очень большая цифра, тем более, что взрослое население, 70 миллионов человек взрослого населения болеет глаукомой на сегодняшний день. А из них 7 миллионов человек – это абсолютно слепые на оба глаза в связи с заболеванием глаукомы. Поэтому вот, собственно говоря, и восстала необходимость профилактики данного заболевания и поговорить об этом заболевании, чтобы люди знали, насколько оно серьезно. Отже, в цьому світі сьогодні відбуваються різноманітні заходи, присвячені саме цій хворобі. І ми також долучаємося до цієї всесвітньої акції, для того, щоб ви, наші глядачі, були здорові. І для такою популяризаторською метою розкажемо, що ж це за хвороба і які її причини, чому вона, власне, виникає. Ну, для начала, я думаю, ми обратимся к анатомії. У нас є такий красивий плакат. Да, такой есть плакат. Вот это глазное яблоко в разрезе. Что же получается при глаукоме? Глаз заполнен жидкостью. Вот в заднем отделе и в переднем отделе жидкость вырабатывается целлярным телом. И вот этой жидкости потом нужно куда-то вытекать из глаза. Она образуется в глазу, ей нужно вытекать. Есть угол передней камеры, через который жидкость уходит из глаза дальше там, по сосудам, по отдельным, в отдельной емкости. Все продумано. Все продумано, все очень хорошо сделано, но... И все працюет до поры до часа. Но бывает заболевание, когда вот эта дренажная система нарушается каким-либо образом. И жидкость начинает накапливаться в глазу, повышается внутриглазное давление. И вот эта масса внутриглазного давления давит на зрительный нерв. Продавливает волокна зрительного нерва, тут образуется ямка. И, к сожалению, начинают подавляться нервные волокна и нервные клетки, которые ведут зрительный импульс в головной мозг, почему мы, собственно говоря, и видим. Из-за того, что прерывается подача импульса в головной мозг, мы перестаем видеть. Происходит атрофия волокон зрительного нерва. Ну вот глаукома включает в себя ряд заболеваний. Це не одне, а цілий букет хвороб. Ні, це цілий, да, это ряд заболівань. Це наслідок якоїсь причини. Конечно. Конечно. Это ряд заболеваний, при которых повышается внутриглазное давление и соответствующее и имеется специфическое поражение зрительного нерва. Значит, не всякая глаукома сопровождается повышением внутриглазного давления. Есть глаукома нормального давления, это мы потом немножко дальше поговорим, при котором есть изменения в зрительном нерве, характерные для глаукомы, но они не связаны с повышением давления. Например, при артериальной гипотонии.
может развиваться глаукома нормального давления. Ну, это одна из них. Отже, це не просто складна, а ще й хитра хвороба. Конечно. І вот эта вот ее підступність, ми потім поговоримо об этом тоже. Важно, чтобы люди знали об этом. При глаукоме важно различать глаукомное повреждение, а именно потеря нервных клеток, как я уже говорила. Да. И факторы риска, которые приводят к этой потере, способствующему повреждению. Глаукоматозное поражение при глаукоме появляется из-за того, что гибнут зрительные волокна, как я уже говорила. И на ранних стадиях заболевания, когда происходит гибель первых нервных волокон, мы еще можем помочь. Если мы нормализуем давление, мы еще можем замедлить или прекратить этот процесс. Вот це кажуть, що всі хвороби від нервів. Ну, можно так сказать. Здесь глаукома – это широкое понятие, когда идет нарушение и сосудистый фактор здесь имеет очень важную роль, и нарушение нервной проводимости. Отже, основные причины – это порушение тиску. Это так, одна из причин. Одна. Одна из причин, а ще які да. причини? Тут є много причин. Нарушение оттока жидкости, да, может идти очень быстро. И тогда начинается болезненность, тогда появляется сильная боль, тоже резко мгновенно повышается давление, и может получиться резкая потеря зрения из-за того, что нарушаются уже сосудистые какие-то моменты. Тоже, опять же, в зрительном нерве. Когда происходит гибель первых нервных волокон и нервных клеток, зрительные функции еще могут не снижаться. То есть человек ходит, видит, как и обычно, не знает, и не понимает, что у него происходит. Відбувається в организме. При глаукоме, при некоторых формах глаукомы, все это идет очень медленно. Сначала идет изменение функции по периферии, человек не понимает, что у него идет сужение поля зрения. И только когда доходит сужение границы поля зрения до центра, человек начинает замечать, что у него идет затуманивание, пропадают пятнами, пропадают какие-то участки в поле зрения, и не понимает, с чем это связано. Когда пациент еще не подозревает о болезни, очень трудно самому решить, есть это заболевание или нет это заболевание. Поэтому всем людям после 40 лет необходимо посещать окулиста, чтобы измерять внутриглазное давление. Почему после 40 лет? Потому что... А справді, чому після 40? Да, потому что одна из основных форм открытоугольной глаукомы, она начинает проявляться вот чаще, в возрасте после 40 лет. А на какие симптомы людина повинна звернути увагу? Что повинно ей насторожить? При открытоугольной глаукоме, при начальных стадиях, ее вообще может ничего не насторожить. Просто поэтому відвідувати лікаря. Если в семье есть больные глаукомой, значит, нужно мерить внутриглазное давление и проверяться у офтальмолога не реже, чем раз в год. Если семейный анамнез нормальный, то есть никогда в семье не было больной глаукомы, то раз в 3 года человек после 40 лет обязан пойти к окулисту проверить для своего здоровья и поле зрения, и зрение, и внутриглазное давление, для того, чтобы, если вдруг есть глаукома, предпринимать какие-то меры. Ну, дуже важливо вчасно звернутися до лікаря, безусловно. Тому що симптоми можуть не виявлятися, так? Да. Дело в том, что есть очень много разных форм глаукомы. Начнем по порядку, да? Одна из них – это врожденная глаукома. Страдают маленькие детки, навіть только родившиеся. Да, только родившиеся. Вы можете это заметить по очень большим глазам и большим радужкам. Вначале это может быть только очень большой глаз, затем
будет появляться раздражение роговицы, затем может появляться затуманивание роговицы, вы будете видеть, что глазик какой-то мутный становится. И вот когда вас настораживают вот эти очень большие глаза, нужно чуть ли не бегом бежать к детскому окулисту. Что еще может быть при врожденной глаукоме? Тут треба звернутися до молодих матусь, звертайте увагу на очі своїх діточок. Вони вам можуть дуже багато чого розказати. Треба бути тільки уважним. Так? Конечно. Что еще может быть? Может быть светобоязнь. Может быть слезотечение. Це у малюків? Да, у маленьких деток они могут сжимать глазки, не хотеть смотреть на свет. Вот тут уже нужно подумать о том, что может быть это какое-то проявление глаукомного процесса. Вот это нужно не забывать. Значит, ну, кроме врожденной глаукомы, есть еще детская глаукома. Тоже она может проявляться безболезненно. Это детки дети уже в розвитку також можуть нею захворіти. Это уже где-то так от 2-3 лет и где-то так до 10 лет. Может идти постепенное сужение поля зрения, и когда ребенок начнет терять зрение, может появиться косоглазие. Поэтому к окулисту показываться детскому тоже нужно обязательно. Не реже, чем раз в год побывать у детского окулиста, проверить зрение своего ребенка. Ну, перед школой это обязательно делается, там, в 6 лет, да, обязательно перед школой идут, обследуют детей. Но если вы замечаете, что что-то не так, лучше пойти раньше. Следующее – это ювенильная глаукома. Это старший детский или юношеский возраст. Чаще это наследственное. То есть у кого-то из родителей, бабушки, дедушки, дяди, тети, у кого-то в семье был глаукомный процесс, и вот он проявляется у ребенка в этом возрасте. Когда идет перестройка гормональная, организма, и может проявляться глаукомный процесс в подростковом периоде. Протекает он, собственно говоря, точно так же, как глаукома во взрослом возрасте. Поэтому обмежится поле зору. Да, идет ограничение сначала сужения полей зрения, а потом уже идет выпадение иногда полей зрения. Вот, и потом уже снижение зрительных функций. И, наконец, мы пришли к самой распространенной форме. Это первичная открытоугольная глаукома. Из чего, собственно говоря, чем она проявляется? Вот тут нарушается отток внутриглазной жидкости из глазного яблока. Да? Помните, что здесь производится внутриглазная жидкость, а вот в этом углу, угол, который образуется радужка, это вот эта окрашенная часть в глазу, и роговичка. Вот тут расположена дренажная система, и при нарушении дренажной функции развивается первичная открытоугольная глаукома. Вот это самая опасная форма, я бы сказала, глаукомы. Она может ничем не проявляться, ничем. Якщо попередні дають види, дають якісь вияви? Є там слідуючі, які я розкажу чуть позже, вони якби заставляють чоловіка йти к врачу, то от ця форма глаукоми, вона може нічим не проявлятися, крім суження поля зрення. І от чоловік із-за того, що на одному глазу нормальне поле зрення, на второму починає сужатися, чоловік просто не розуміє о тому, що йде суження поля зрення. І довольно часто уже в третьей стадии обращается к окулисту, когда он замечает, что очень узкое поле уже начинает терять зрение. Вот для того, чтобы этого не случилось, необходимо обязательно, как я уже говорила, после 40 лет, раз в 3 года обязательно посетить офтальмолога, померить давление, сделать поле зрения, проверить остроту зрения. Але це ще не всі види глаукоми, я так розумію. Нет. Причем и открытоугольная глаукома первичная, она тоже может быть разная. Значит, она может быть с повышенным внутриглазным давлением, тогда будет понятно, что происходит. Ты пришел к окулисту, тебе померили давление, у тебя повышенное давление, и все понимают, что у тебя глаукома. Починаємо лікування. Да. Але і інші види. Есть
приоткрытая угольная глаукома, еще есть глаукома нормального давления. То есть ты приходишь к окулисту, проверяешь, поле зрения немного сужено, меряешь внутриглазное давление, все хорошо. А вот когда доктор смотрит на глазное дно, он видит там изменения, характерные для глаукомного процесса. Помните, я говорила, вот если мы вернемся к плакату снова, вот здесь в области зрительного нерва появляется ямка, появляется так называемая глаукоматозная экскавация. Зрительный нерв становится сероватого цвета. Здесь не нарисовано. Сероватого цвета. И потом проявляется уже изменение в поле зрения. Вы нам такую докладную лекцию читаете. Я просто хочу, чтобы люди прониклись. Мы проникли. Проблемой. Да. И есть еще глазная гипертензия. Вот тут все наоборот. Здесь глаз нормально видит, нормальное поле зрения, никаких проявлений изменений зрительного нерва нет, а давление может быть выше средних цифр. Поэтому вот с глазной гипертензией больные подлежат диспансерному наблюдению, потому что глазная гипертензия иногда переходит уже в глаукомный процесс. Ну, вот это мы говорили о открытоугольной глаукоме. Есть первичная закрытоугольная глаукома. Вот эта глаукома чаще всего... Что это за резно? Да, она чаще всего проявляется болевым синдромом. Поэтому вот при закрытоугольной глаукоме люди бегом бегут к окулисту, потому что во время приступа может быть сильная боль. Что же это такое, закрытоугольная глаукома? Вот давайте еще раз вернемся к плакату. Значит, вот этот угол радужки и роговицы, вот тут он в данном случае, он открыт. Но радужка может приближаться сюда к роговице, и жидкости просто некуда уходить. Там происходит сужение угла или полностью его закрытие. Вот в момент его закрытия развивается острый приступ глаукомы, резко повышается внутриглазное давление, сильные боли появляются не только в глазу, но и боли головные. Люди часто вызывают скорую помощь и приезжают в больницу, обращаются к офтальмологу. Значит, ну какие тут могут быть синдромы, периодически возникающие или... Вот кроме острого приступа глаукомы, что может быть еще? Периодически возникающая или интермитирующая закрытоугольная глаукома, то есть периодически может угол то открываться, приоткрываться, да, или закрываться. То есть периодически может повышаться внутриглазное давление, а потом само может восстанавливаться до поры до времени. Так. То есть может идти периодическое затуманивание. Ты встаешь утром, смотришь, плохо видишь, прошло пару часов – налагодилася. Да, просветлело, тобто все хорошо, не ждать. Не чекати, значит, нічого. Если что-то такое, нужно идти к окулисту, да. А скажіть, будь ласка, да. Які категорії людей входять до групи ризику? Ну, во-первых, это люди, это возраст. 40 и свыше. Дальше, наследственность. Ну, как я уже говорила, если есть семейная глаукома, значит, нужно не ждать 40 лет, обращаться заранее к офтальмологу, обследоваться. Еще есть расовая принадлежность. Вот, например, чаще повышенное внутриглазное давление есть у лиц африканского происхождения. Да. А вот у японцев, например, глаукома нормального давления чаще. Ничего себе. Да, а пигментная глаукома, это тоже один из видов глаукомы, наоборот, чаще у светлокожих людей. Вот такая вот зависимость от расы. По половому признаку тоже есть отличие. Значит, женщины чаще страдают закрытоугольной глаукомой. Открытоугольная практически одинаково, а вот закрытоугольная чаще страдает женщин. Ну, есть еще... Тобто для каждого віку є своя глаукома, на жаль. Ну, не совсем так. Ну, одна из разновидностей, скажем так. Але все одно всі повинні бути уважними, конечно, піклуватися про своє здоров'я. Да. А скажіть, будь ласка... Я ще не всі
риски. А я боюсь, що ми не встигнемо. Ну, я постараюсь побыстрее. У нас залишається 4 хвилинки, хорошо. Ми повинні ще багато чого з вами сказати, да. Правда? Значить, я хочу сказати, що атеросклероз грає свою роль, сахарний діабет грає свою роль. Значит, диагностика глаукомы, я уже вам говорила, пожалуйста, ходите к офтальмологу, меряйте внутриглазное давление, обследуйте поле зрения. Профилактика. Чи можно не допустить только то, что я сказала. Значит, правильный образ жизни. Зарядка следить, зранку. Да, да. Всі лікарі приходять і говорять, треба робити зарядку. Поддержание здорового образу жизни, полноценный сон, адекватные физические упражнения, низкокалорийная треба організм диета. Привчати, да, до таких перепадів тиску. Конечно, тому треба конечно, робити. Это тоже, да. Контроль за массой тела обязательно. Ну и самое важное, это своевременный визит к врачу. По лечению я хочу остановиться буквально несколько минут. Да? Поддается лекуванию конечно. Вся хвороба? Чем раньше выявится глаукома, тем легче с ней бороться. Есть сейчас масса глазных капель, которые можно и по одним видам один вид капель использовать, или комбинацию капель, и на закапывание может, собственно говоря, нормализоваться внутриглазное давление и нормально развиваться глаз. Це якщо не допустити. Не допустити, то можна покапати око. Чим раніше звернувся, покапати око, да, краплинками, і все гаразд буде, да, все нормалізується. Просто наблюдається. Потім больной йде на диспансерне лечення, знаходиться, наблюдається у окуліста і живе нормальною життю. Якщо ж капли не помогают, тогда мы переходим к оперативному лечению глаукомы. Значит, есть сейчас, кроме тех операций, которые мы использовали раньше, мы делали дополнительные пути оттока жидкости, делая вот тут дополнительное отверстие в склере и выпуская жидкость под слизистую оболочку, то сейчас есть уже устройство, которое мы вставляем в переднюю камеру, вот сюда, это устройство «Экспресс», например, или клапан Ахмеда, которые работают очень хорошо при неоваскулярной глаукоме, когда там прорастают сосуды, которых не должно быть в глазу. И при обычном оперативном лечении, к сожалению, не будет долговечное это лечение. А вот при клапане Ахмеда, допустим, оно будет более долговечное. Это у нас в Миколаеве, да, в нашей есть. Лекарне. Все это есть, мы все это делаем. Не треба хто все самые современные методики, которые есть в мире, есть и у нас в Николаеве. Боже, как приятно это чути. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к врачам по месту жительства обязательно, находитесь на диспансерном учете. При необходимости врач поликлиники дает направление к нам в областную глазную больницу. У нас есть глаукомный кабинет, 116-й кабинет. Пожалуйста, приходите, обращайтесь, мы всегда рады видеть, всегда рады помочь. Вот самое главное, не забывайте, что нужно идти к офтальмологу. Вчасно. Да. Галина Михайловна, а скажите, пожалуйста, что можно изменить людині у способе ее жизни для того, чтобы, ну, и с профилактичными заходами, и для того, чтобы покращити прогноз захворювання, если таке вже в ней есть? Она вот знает, что у нее есть такая схильность? Ну, собственно говоря, если это закрытоугольная глаукома, нельзя сидеть в темноте и смотреть телевизор. Нужно обязательно работать с какой-то подсветкой. Зрачок сужается, расширяется угол передней камеры. Допустим, нельзя пить очень много жидкости. Стараться даже в летний период времени как-то немножечко себя придерживать. И нельзя долго, наклонившись вниз головой, допустим, работать на грядке, полоть сорняки. Значит, думать, чем это заменить. Кто мог подумать? Да. Такие дуже прості поради. Да. Але вони можуть змінити життя, правда? Конечно, конечно. И прогноз. Самое главное, могут изменить прогноз этого заболевания. Що б ви зараз могли сказати нашим глядачам, ось так наостанок, для всіх, хто нас дивиться, а нас дивляться люди молоді і старшого покоління, ваші настанови, як лікаря, який скільки? Все життя? Спостерігає за таке літ уже, слава Богу, да. За такою хворобою, да, та й за багатьма іншими. Я просто хочу сказати, що глаукома – це очень серйозне заболевання. Обязательно
своевременно обращаетесь к офтальмологу, я думаю, что все будет хорошо. Если вы придете к офтальмологу один раз в 3 года, я думаю, вы предупредите развитие глаукомного процесса, и жизнь наладится. И сбережете собі зір. Конечно. И якість життя. Шановні друзі, всі знають з дитинства, що краще хворобу попередити, аніж потім її лікувати. Давайте це пам'ятати і в даному випадку будьте здорові і дивіться телеканал «Миколаїв» надалі. Я ж прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре. Всього доброго.